Анонс и точность выхода 213 серии турецкого сериала «Плен». 213 серия сериала выйдет в эфир 22 ноября. Ранее в сериале мы увидели разговор Хиры и Рухуна. Девушка выглядит немного взволнованной. Мужчина гладит ее по щеке и говорит, что дети, которые у них родятся, будут самыми счастливыми детьми на свете. Хира невероятно удивлена от таких слов. Она даже немного теряется, но Орхун лишь целует любимую в щеку. В разговоре с Хирой Нева, насмехаясь, говорит девушке, что ее будущий муж – самый подлый вор из всех, кого ей только доводилось встречать. Но девушка не намерена терпеть такое отношение от того, кто в этом доме всего лишь гость. Ей приходится проявлять твердость и ставить гостя на место. Смотря в глаза Невы, Хира строгим тоном требует, чтобы та остановилась. Она говорит, что Нева перешла все возможные границы. Хира смотрит на нее уже не как на равную себе. После она отправляется поговорить с Орхуном. Она говорит ему, что тот очень правильный человек. Мужчина понимает, что его невеста не верит во все эти обвинения, которые на него сыпятся. И он очень рад этому. Нева никак не может прийти в себя после этого разговора. Она разбрасывает по комнате вещи. Она не может принять того, что к ней так относится, что кто-то позволяет себе ставить ее на место. Негава говорит, что если Хира желает войны, то она ее обязательно получит. Нуршах находит детское фото Хиры. То, что на фото изображена она, очень удивляет как ее, так и девушку, которая на это рассказывает. Нуршах должна рассказать о том, что узнала брата. Джихангир, улыбаясь, говорит Орхуну, что желает, чтобы тот потерял что-то дорогое для него. 213 серия сериала выйдет в эфир 22 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.